до брони. Ребят, у них забаганный монтажник. Термит положил. Виталий, все. Скажите, нахрен вам нужен? Я тогда высылаю Виталий с этим. Я не ною. Я отставил свою точку зрения. О, он что, родился не только? Отлично, но еще и нет. О, бля. О, ебать, поспаси, да, чё? Чё с ФПС? 28. 20. 18. 17. Нифига ФПС падает. 15. 17. 11. 10 ФПС. 9. 8. 5. 7. Нет, Серёга. Всё прекрасно. Всё прекрасно. У меня 60 ФПС на экране. Ну у тебя прошка. Ебать. Пошёл. Бля, мне не... Ну что ты не тогда? Чтобы мы тупо не успели добежать до и... этот... до точки. Да. Бля, это даже хуже, чем SS-Extremity. Да. Воу. Holy shit. У них то же самое. Это немного другое. Блять, я теперь даже встать не могу. О. Надо как-то раунд посрать. Надо как-то убить. Да еще и пинг растет. О, 233 пинг. А это педрил у них спокойно бегает по улице. Ну, кто-то из них ну, хочет забаговал игрок. Да. У них там какой-то этот то, монтажник, который был. Может это он. Да, он забаговал игру, наверное. Но что-то сделал такое слово. 4 5. Че? Не-не. Опять не смешно бегать. Словно. Со звуками все в порядке, а с FPS реально хрень какая-то. 276. Еще секунды идут нормально. Ну, уже 30 секунд осталось, издевайтесь что ли. Да, счет времени как-то очень быстро идет. А мне кажется. Да, он даже быстрее идет, чем он должен быть. Одна за две.
Эй, ты Ирак, это эти арабы. Поражение! Как зомби бегает, блядь, руками, да? Как лэфон. Блядь, вообще хрень какая-то, блядь. Чё, блядь, происходит, нахуй? Всё, нормально. А это куда делся-то? Ты нафига нас покинул? Раз Серёги нет. А вот перезайдёшь? Главный тащер нас покинул. Что-то из них, наверное, сервера Ubisoft сломали. И нас этот выделенный сервер нашел. Я, блядь, только до... Я за эти 3 минуты только до здания добежал, только войти в него успел. Все, больше ничего. А я за 3 минуты только до белой машины грузовика добежал, и все. Они в натуре какой-то баг, наверное, используют. По-любому. Угу. А сейчас игра зависнет. Бля, Серёга, ты опять заруинишь. Ссылка. Он парень, же монтажник, йоу, есть какой-то баг, оказывается. Парень делает баг и всего в лобби проседает FPS до 50. Но ссылку что-то не скинули. В мире животных. И это из-за Каспы, говорят. Я уже зарепортил. Вот этот Нори и Рот. Нет. Да это не поможет, нифига. Это тоже не поможет. Все равно надо этот. Вот раньше было, по крайней мере, это, когда именно на сам аккаунт жалуешься человеком. PSN. Типа использовать не программа, а хрень какая-то была, которая в играх тоже. Да, именно не за... Сейчас... Да. Раньше... Сейчас нет такой хрени, но сейчас что осталось там? Типа оскорбление, что-то правила нарушают в плане. Ну, там, по отношению к игрокам, да, и тому подобное хуйня всякая. Не нужно. А раньше все нормально было. За использование типа других программ тому подобное. Хотя на тот момент она еще взломана не была. Хочу сказать, что эти чуваки не жнубасы, они за 2 раунда только одного человека убили. You will be detected if you remain in this area. You have been spotted by hostiles. Fall back. If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. Your location has been compromised. You have entered an enemy controlled area. Leave now. Ну, в этой, в коридоре где-то кто-то попал. Слева. Ну, они же нубасы, блядь. Ну, посмотрите, блядь, на эту хуйню. Опять красный здесь, да, начнется сейчас по-любому. Well done. Biohazard container located. Он явно что-то знает, но... Постарайтесь сохранить машину.
Так, ага. Достал щит. Блять. За каслом, да? Смотрите. Да, за каслом надо смотреть. Ты чё, где он? Он закрылся из задней лестницы. Вот, начинает проседать. Да. Пока не поздно. Пока не поздно. Давай, 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 давай. А ты хуёшку подумал, баня, да? Море рот. Я сейчас мразь. Единственный человек, у которого более-менее нормальный вкус. А если его убить? И ничего, да, значит надо касло сломать там. Да. Да, лагает. Так. Я вижу. Короче, кассетный. На точке, да, да, двое, да. Как минимум. Ага. И у вас где-то 30 секунд осталось. Так я на точке? А это на точке? Где? Показывает минуту, но время идет слишком быстро. В два раза быстрее. Ага. Hostile activity. Neutralize the threat. Где point? Не убивайте меня. Вот и не вставай. И чё, никакой банк не сработал, лошары. Я очень не понимаю, как тут баговать, они же играть не смогут. Я сейчас не это не сел, мазы были. Они все желали. Они сейчас что произошло? Мы затащили даже, охуеть. Мы затащили. Забагованную игру затащили. Ну, блять, я говорю, они нубасы, вообще пиздец. Они, походу, вот, чисто ради вот с этими багами и дошли до этих рангов. Потому что меня бы сейчас не убили, если бы с двух сторон тупо не обстреляли. К тому же, вот я чувака убил, я тупо на него выскочил, он даже ничего среагировать не успел, он начал убегать. Виталий 3-0, блять. У Виталия 3-0. Ой, 6-0. Ничей. Так вот, поэтому надо брать щит. We need to protect the biohazard container. Secure the room. Бронь. В смысле, где броня, я лё? А, блядь, чё за хуйня? Конечно, игру он подсаживал, но всё же он оператор положил. Ну? О, смотри, чё за херня тут? Блять, стенку поставил, она исчезает. Камиль есть сюда поставить? Нету? Нет. Нет.
Найт, не уходи, пожалуйста. Я выцелил. Сэм, не выцеливай, я сам выцелю. Устройство ГУ восстановилось, да, появилось новое и исчезло сразу же. Нихуя. Откуда вы? Да, с балкона. Вы поосторожнее, возможно, и с выстрелом какая-то капкан. Да, это твич. Один в ружейке должен быть. Опять исчезла у меня душка. Этому нужна помощь как бы. 7 000 2000. Найт. Чё, кому? Найт. Откуда, куда? 4 хп. А, окей. Найт, сейчас, подожди меня. Сюда, блядь. Сквозь стену, ебанин. Найт, обратно. Ладно, вот здесь давай. Сквозь стену. Ух ты, смотри, ты убил. Бля, там мой капитан, алё. Он сломал его. О, выиграли, прикинь, лошар выиграли, я вообще охренел. Сейчас. Да забаговались, долбоёбы.